Что такое умный город? В нем должна быть усовершенствована и, что самое главное, объединена работа предприятий и ведомств по многим направлениям. Устойчивая городская мобильность и интеллектуальная организация дорожного движения, развитие биологического разнообразия и управление отходами, использование альтернативной энергии и развитие водоочистки, озеленение и ландшафт, архитектура и образование. Проще говоря, система умного города – это комплекс мер, реализация которых повысит качество жизни. Все те работы, все те начинания, которые будут идти в городе, просто они будут интегрированы вот в эту нашу концепцию. То есть она будет тесно связана с любой отраслью развития города Бреста, будь то ЖКХ, будь то строительство, будь то экономика, будь то озеленение. То есть ну, это будет как неразрывная нить такая, будет красной нитью проходить. Это симбиосити во всей повседневной жизни города Бреста, чтобы город нас стал красивее, зеленее, комфортнее для проживания, ну, то есть удобный, хороший, любимый город. Над реализацией проекта уже работает большая команда. Специалисты всех заинтересованных ведомств – ЖКХ, Комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды, госавтоинспекции, ученые, архитекторы, экологи. Идей много, начиная от создания зон отдыха в каждом микрорайоне города, заканчивая строительством локальных очистных сооружений и организацией сбора пищевых отходов. Большой проект объединяет единая цель – снижение объемов выбросов угарного газа в окружающую среду. Помочь брещанам создать концепцию прибыл международный консультант, чтобы поделиться европейским опытом в этой области и рассказать свое видение экопроекта. Я приехал в Брест консультировать городскую администрацию по программе Брест Симбиосити. И мое первое впечатление, которое я здесь как бы получил, то, что в Бресте очень высокий потенциал. То, насколько компетентны руководители отделов городского хозяйства, насколько они обеспокоены устойчивым развитием города, устойчивостью города к изменению климата. Все это как бы внушает уверенность в том, что у города получится разработать концепцию устойчивого умного развития на перспективу. Сегодня предложенные идеи рассматриваются, обсуждаются и активно анализируются. Следующий этап – принятие единой концепции и продолжение работы.